Привет, YouTube! Решаем задачу номер 498 сборника Демидовича. Вычислить предел при x, стремящемся к π на 4, единица минус котангенс в кубе x, деленная на 2 минус котангенс x, минус котангенс куб x. Итак, для того, чтобы взять данный предел, нужно раскрыть неопределенность вида 0 на 0. Для этого давайте преобразуем числитель и знаменатель. Начнем с числителя. Единица минус котангенс в кубе x по формуле разности кубов можно представить в виде единица минус котангенс x умножить на единица плюс котангенс x и плюс котангенс квадрат x. Теперь со знаменателем. 2 минус котангенс x минус котангенс в кубе x можем представить в виде единица минус котангенс x плюс единица минус котангенс в кубе x. Первое, соответственно, переписываем единица минус котангенс x. А вот во втором вновь применим формулу разности кубов. Единица минус котангенс x умножить на единицу плюс котангенс x плюс котангенс квадрат x. Равно. И давайте вынесем общий множитель за скобки. Единица минус котангенс x. Тогда у нас остается от первого слагаемого единичка и плюс единица плюс котангенс x плюс котангенс квадрат x. То есть 2 плюс котангенс x плюс котангенс квадрат x. И теперь все готово, чтобы подставить преобразование в предел. Предел при x, стремящемся к π на 4. Числитель, как мы поняли, это единица минус котангенс x умножить на единицу плюс котангенс x плюс котангенс квадрат x. А знаменатель это единица минус котангенс x умножить на 2 плюс котангенс x плюс котангенс квадрат x. Единица минус котангенс x в числителе и знаменателе сокращаются. И неопределенности более нет, мы можем подставлять π на 4. Итак, в числителе единица плюс котангенс π на 4 это единица, плюс котангенс квадрат π на 4 это еще единичка. Ну а в знаменателе 2 плюс 1 плюс 1. Итого 3 четвертых. Ответ на данную задачу 3 четвертых. Если остались вопросы, задавайте их в комментариях. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, добавляйтесь в друзья в соцсетях, вступайте в группу ВКонтакте, подписывайтесь на телеграм-канал и обращайтесь за решением ваших задач.